Всем привет! Нам пришла посылка от Санта-Клаусов из Америки. Наши родители видеоблогеры, мы их вообще с камеры никогда не видели. Идет торжественное вскрытие. Вот это такое. С Новым годом и Рождеством, наши любимые. Открываем пакет. Today's video is gonna be in both languages, so keep on watching. Слушайте, прикол. 2 недели назад мы отправили родителям подарок на Новый год, который они совершенно не ожидали. Они не знали, что он будет. Вчера они пошли в почтовое отделение, чтобы его забрать. 2 weeks ago, we sent our parents a present for New Year's from America, and they were not expecting this at all. And yesterday, they went to a post office to pick this up. Всем привет! Нам пришла посылка от Санта-Клаусов из Америки. Интересный факт. Наши родители совершенно не дружат с телефонами, с компьютерами. И у нашей мамы телефон всего был 1 месяц. Они нам сегодня такие звонят и говорят, типа, а вы видели видео распаковки подарка? Мы такие, что? Они записали распаковку, и они даже позвонили старшему брату, и он на протяжении всей распаковки был с ними на телефоне. Our parents literally not good with devices, computers and everything, and our mom only had a phone just like for a month. They called us later on this day, and they were like, have you seen the unboxing video yet? We're like, no way! Получили фотки, я вам отвергала. Мы ничего не видели. They recorded unboxing and they also called their older brother and he was like on the phone the whole time they, when they were unboxing it. Всем привет! Всем привет! Идет торжественное вскрытие. Так. Ножницами аккуратненько, чтобы там червячков не повредить. Так. Наши родители видеоблогеры, мы их вообще с камерой никогда не видели. Our parents videobloggers, huh? No way, we never seen them with camera. We guys about to show you a footage. 1, 2, 3, roll the clip. Ой, палочки, новогодние. Внимай, ой, Макс проснулся, сейчас. Подождите. Так, ну вот рождественские карамельки. Ой, тут у нас Дед Мороз, Санта-Клаус в клетчатом костюме. А вот еще олененок. Вот он. И Дед Мороз. Какой-то вот пьяный Санта-Клаус. Это шоколадище такая. Смотрите. Ого. 1 point bar. Это сколько? 453 грамма. На всех хватит. Очень большая шоколадка. Вот тут еще маленькие какие-то кексики, наверное. Рождественские с дедморозиками. Открытка какая красивая. Мэри, Мэри, Мэри. С Новым годом и Рождеством, наши любимые. Скоро уже увидимся. Мы вас любим. From LA. Праздники делают жизнь ярче, так же, как и вы, семья. Перевод. С Рождеством, мама, папа, Дэн, Танюша, дядя Саша, тетя Наташа, Максик и друзья. Вот. Ага. С Рождеством. Ну что-то еще в пакетике. Вот. Что-то еще в пакетике. Давай. Открываем пакет. Тут Санта-Клаус. Ну уже сейчас как раз. Конечно, так сейчас. О, как круто! Ну. Да, смотри, какой классный. Кто-то тут еще. Максику. А, это Максику написано. Вот. Максику. Ага. Дениски. Дениски. А что там Дениски? Футболка Калифорния с медведем. Как раз, Ден, худенький. Да, спасибо. Что написано хоть? Калифорния Репаблик. Медведь у них постоянно, слышишь? Мягенькая такая, приятная. Ну да, стрейчик такой. Дениски, хо-хо-хо. Так. Спасибо. Ура! Вот, тут настоящий будет Санта-Клаус. Вот с таким капюшоном. Ну точно, на старый Новый год только и будет. Ну, сейчас всю рождественскую неделю можно одевать. А эти штучки, леденцы. А как натягивать, Оксана? Как натягивать? А вот кнопочки, видишь, тут. Карамельки традиционные. По идее же не на елочку вешаются. Мальчишки, большое-большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да. Спасибо за подарочки.
Ребят, спасибо большое за просмотр, мы надеемся, что вам понравилось это видео. Если вы еще не подписаны на наш канал, то спешите быстрее подписаться, потому что мы выкладываем видео каждый день. We hope you like the video. If you still haven't subscribed to our channel, please do, guys, we need your support, and we're doing the videos every day. И оставьте этому видео, ребята, лайк за наших родителей, потому что это супер что-то невероятное, это что-то, что вы не ожидали. Если это видео наберет 100 лайков, мы попросим уже завтра наших родителей записать что-нибудь еще. Leave this video a big thumbs up. If this video is gonna raise 100 of these guys, we're gonna ask our parents to record a new video tomorrow. Спасибо большое всем за то, что вы пришли на наш канал. Завтра увидимся в это же время, в этом же месте. Thank you so much, guys, for watching this video. We'll see you tomorrow at the same time, same place, with some Russian YouTube. Мы увидимся с вами завтра. We'll see you guys all tomorrow. Пока! Bye!